Запускаю. Да. Танкос можешь этот заскринить, кто на что рулевой? Видите, только с центра все РДД. Да. Места много, вон в звезду стоит. Что, в центр или у ворот? Не, в центре он едет, как всегда. Ворот много, но на меня не кидает. Рыбку там спрашивают, а рыбка ж была вроде. Была рыбка, да. Сейчас еще поставлю там. Да, уже поздно, не успеют. Да. Да уже. Короче, на третьей фазе только самое главное. Убегайте под аспект и все. И в огне сейчас не стоите. 4, 3, 2, 1. О, огонь прилетел. Есть пояс? Забирать не надо, просто раскол стака. Может, ты мне обдилку дать? Кобальт, сливайте, ники. Так, мандюк все забирает, да? Не, ничего не надо забрать. Я про червей. А, про червей. Ты второго. Ну, в смысле, жидкую не кисло, правильно? Наоборот, не кисло. Огненную заберет. Ой, это ты, ту, которая из-под земли выйдет. Чтобы быстрее снова удалить. Киньте хоток там на войду. Стаки еще. 4, 3, 2, 1. Гера пошел. Руля подальше останется, чтобы не заблевал он свет сразу. 10 метров. Мили-зону надо потом. Да, скоро блевота будет. Токсична еще жива. 500 тысяч до ветер, блядь. И свое. РДД, место займите, милики, лево-право, встаньте от босса. В один фрейм стоите. Масса круиз. Пиздец, класс. Арцу есть, кстати, если есть, вставай. От огня и масс дайте. Пиздец. Вы можете еще ближе в один фрейм встать, чтобы всех убить? Что вы делаете? Вы не видите, на ком дебаф? Сейчас минус 4. Экон, вставай сам, я по сильверу даю БР. А мне тут... Ты по скорпу, да? Ты по скорпу, да? Блядь, ну вы что вы делаете? А ему дали как? Уже. Почему хил сам себя не прохилил только что? Сейчас я дам БР. По экону давай, скорпу давай, палк менее. Есть еще БР у кого-то? Там лужа. Сова вторая по гриле туда, если есть БР. Под щиты орды встаньте все. Быстро пробафайте все. Милики у стенки, чтобы не отлетать ДПС, нельзя терять. Да?
аспект включили? На Сильвере, смотрите, череп. Убежали от него лево-право, а тотем и все убрали. Аспекты нет. Показывать надо просто. Если есть еще одну геру, дайте попавшим, как раз много падало людей. Аспект фантом. Отбежали от Найтмера. Молодцы. Не было Макроса или далеко? РДД далеко встали, поэтому не достал. Ну да. Что там? Плащ? Плащ, да. Ставьте рыбку, запускайте следующую. Три друида, топ-3. Друиды вместе с Сивом, да? Все БР проебали. Крест выносим в правую сторону. Нет. Сказал же, такой уж мод по приору идет сразу. Слышь, Саня, там на каком месте? Ты? 15? На 6-м. Пойдет. 12-800. Друида ребафните. Инту потом дайте по локу. У нас и Войд локу вылетел. А, подожди. Вы босса запустили, что ли? Не запускайте. Так запустили, ты сказал запускать. Его даже с Дискорда вы... А, не с Дискорда. У Сани, кстати, другой. Я думаю, он успеет. Ну, может, выйдем просто. Я хочу, либо он успевает 25 секунд, либо выйдем, уходим со сна. Есть. Я спекнусь. Все, Войд здесь. Войд здесь, давайте, заходите. Обратно спекайтесь, танки. Человек Двар там бедный, был, блядь, туда-сюда. Кресты, если будете диспели, диспельте, не знаю, чтоб один только этот масс диспел кидал. Портал. Рей. Успел один вернул, да, он завис. А с Дискорда он тоже завис? Но он написал там в ДС, что у него завис, как он, скорее всего. Ну один мозг. Старики забирайте, ребят. Грилит убил, потому что так и не забирал. А грилит-то. Грабли. А, грабли у меня. Сестер быстрее подпримайте, печати включите ретрики. Оп. Портал 5 секунд. Череп прохил. Все, он на правый лоб. Давайте справа ставим.
Внизу куда идти? От инферналов, которые горят, отходите РДД просто. Не лутайте урон. Мало там нет. Быстро слили инферналов. Инферналов добить. Это хорошо. Киньте один маст диспел, Юл. Какой маст диспел? Точишь, на диспелить надо. Слушай. Шаманы в основном диспелить, хорошо. У вас по два забирают. Кто там играет, кстати, диспел? Портал. Слили. Быстрее, пока вторая не вышла. Халяв. Череп плохим. А, ты кошел сбросил? Конечно. Все, до конца доигрываем. Прожмитесь, просто уведи жару просто, чтобы мильки не горели. Давайте, пацатка. Череп прохильте. Череп прохильте. Блять, штаны не упали, нахуй. Ай, блин, а как они задолбали. И теперь вас ждет новый противник. Подлые собаки Альянса. Вы выпустили повелителя демонов на воинов Орды? Ваша смерть будет быстрой. Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отродьем. Вы издеваетесь, что ли? Че? Серафим говорит, отойти ему надо. Там бы с центра ушли, а то запустили. А, он прям вышел. Заебись. Арты охотят на них. Там кто-то в танке можешь сейчас подержать трэш? Он бухает. Банк поставьте. Так не запустили же, что ты врёшь? Хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Хантурин был дэнс. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Орду! У вас на Ануба блоки, а есть или мы будем на четырех идти? Есть. Есть, есть. Чё, после Ануба я прослушал? Я зайду на блокера. Так, ну шакула заберете сыр, это самое главное.
шибан, блядь, у нас ДК до этого был, гриппа нет теперь. Да, Роман, ты на дереве посиди, запомни ее в цели. Блядь, без гриппа вообще плохо. Да. Халява на Вилане будет сидеть, на Антаре я ведь рапа кидаю. Ну, что-то да. Шакула заберут, грипнут и Ирод заберут. Хапал станет там, мы РДД с печи... А, за звезды. Просто нападем на него и все. Да, ты на дереве сидишь. Ханты под ноги к нему ловушки кинете, и мы начнем. Сюда придите, РДД зона, звезду. Шаман это темы, когда кидаете, которые трепета. Ой, оков земли, да, вот. Оков земли и тотем, который этот... Ваш три, а ваш четвертый, который поглощает один касс, он обязательно здесь. Потом, по контролю. Алису мы будем просто бить. Сразу ей корни что-то дадите. По диспелу у нас будет Ахуко. Ты будешь постоянно диспелить эти ходки всякие. По контролю маг Арканал заберешь на себя Сирису. А, Нузла. Арцу. Да, тотем на земле. Арт Соу, ты на Нузлу хекс кинешь, потом просто вар эфиры по КД будете сдавать. Первый эфир сдашь Сильвер, второй Мадеди сдаст. Мадеди, ты в танке? Нет. А, ничего страшного. Могу спрятаться? Нет, пока не надо, посмотрим. Давайте. Я просто очкую, что я сейчас в фурике буду эфиры срывать. Паладины, смотрите, видите любую цель дальнюю без контроля, кидаете покаяние. И все. Эсэсы дайте по Nightmare Moon. Кто-нибудь из силков эсэсы. Подойди сюда, пусть эсэс кинут. По Nightmare Moon эсэс кинут. Да, сейчас дам. Я не давал. Давай. Так, в основном, фиры и все это. Видите, надо, там маленький собак в рейде. Вой, подбеги к нам, обнови горни. Закончился. Забаню собаку, если что. Если я на него не сам. Все. О. Все. Давайте. Готов, на готовность есть. Там капоты пить, если есть. Даю ДБМ пул. Сразу грипнешь шокола и мы начнем. Все. В первую очередь контроль. Ханты под нами ловушки раздайте ледяные. Все, поехали. Блять, на нас сорвались. Нормально, нормально. Масс диспел. А, масс фир дайте сразу. Тирия просто катим. Малису под Геру. Под Геру, под Геру. Гера, Гера, Гера. Сирису киньте хекс быстрее на кассе. Дайте масс диспел. От тьмы сдайте масс. Тьма точнее от тьмы. Так она убила. Сейчас БРД. Сова, дай контроль по ДДшникам, которые ходят в рейде. Нузу дай, ветер. Ветер надо. Сирисе ветер даю, надо Нузу. Все, Нузу контроль, сейчас next target это у нас Сириса. Next target Сириса. Бейте Сирису. Хилы, выйдите из этой лужи. Пусть скайтит. Выйдите просто. Масфер дайте. Есть масфер? Дайте масфер. Музу контроль. Не контрольте Вилану, шаманы. Лучше давайте хексы в других. Я ж ее держу. Я Нозлу пока подержу. Дадим Мишенко. Давайте. Там собака. Собаку корни дал. Давайте Сирису бейте. Покаяние в Нузу нужно срочно. Покаяние в Нузу. Снимите эфир. Я сейчас дам ВР по Грилиту. Сейчас дам по тебе. Давайте быстрее дам ВР. Второй ВР по Грилиту дайте. Нузу убейте. Серьезно добили, Нузу убейте. Меладору бан. Тирию корни просто дал, все. Антара поднял. Шабада и Шакова забрать надо. Сорвались все пидоры, так что имейте в виду, контрольте их.
Одна, дайте атмосферу, срочно нужен атмосфер любой. Давайте нузлы удалим. Шабаду корни дал. Нузлы добиваем. Шабада бейте. Молодору бан опять. Есть атмосфера, давайте. Жакову вытяните его. Больше лучше дайте ханты. Умеете уже. Шабада доигрываем, потом мир отбьем. Диспел страх. Обезоружьте робу. Дайте боб по якорю срочно. Да, убили. Тотем по земли по КТ отправляете, ребят. Там шаку уходит, плюс еще фиры кидает. Запаря уже. Надо лужу обновить фантастику. Давайте этот Шакова играем. 2 ДД всего осталось. Там Монтана, Виолан, любой из них. Обезоружение есть у Шакона? Илан был. Гуантар. Меладору сюда грибните, подрубьем всех. Всех клевите просто.
Танку ты в танке сейчас? Как раз половим сверки. Ебать, дров. Пиздец, блядь. Да ну нахуй. Чё ты за дичь такая? Не, ну почему? Не, а ну, где твой топора, который я видел тогда? Ебать, я помню, два топора РПБ-шек падало. Да, бля. Топор, ага. Ну от ней можно будет взять. Да, можно, не составишь. Похуй. А. Лучше бы две бриги так падало, нахуй. Вот а ты же спекайся в танка, больше сверки. Четыре сразу. Кирус, потанчишь? А, я танчу? Ну давай, да. Смейся свой. Да добирать не будем. А то Серафим писал 3 минуты. Если доберешь, давай. Без проблем. Я не знаю, уже мать сил искать кого-то. Да Баку-то берите, ёпта нахуй. Пойдет он спросить или? Кто-то же обиделся, забей. Да, обиделся. Если хочешь, пусть обидеть. Твой мэй обижаться должен быть. Чего уходит, не предупредив? Да я ему написал, типа, ты предупреждай хотя бы, что отошел. Он да. Думает, если он на полчаса отойдет, то мы его еще ждать должны. Весь. Либо помоги добрать, чтобы недолго ждать. Это, Керус, там смотри, обрати внимание, если на меня будет срываться валька, которую ты танчишь, то не таунти с меня. Ну, жди, типа, если на кого-то срывется. Не таунти. Да. А то ты таунтишь КД словишь на таунт, она срывется на ДД. На ДД, смотри. Сейчас я белый сверк возьму, смотри. Ты танчишь, ты это, белый сверки с этой стороны ловишь, танкуй с другой стороны. Вот смотри, где я, видишь, бегаю, вот с этой стороны ловишь от рейда. Танку с другой стороны. Потом, когда мы возьмем белую сверху, вы из танку берете черную, и уже черную ловите, то есть противоположный нам цвет. И все, это вся ваша задача. Бдилку кинь на Войда. Все. Остальные все фрейм звезды станьте, когда я покажу. Кроме хантов, конечно. И чуть-чуть подальше. Че, нашел ДД? Если нет, я запускаю. Дай мне. Подожди. Рыбку поставил, давайте рыбку обновим, у нас падали люди. Как раз. Так, ассист. Ассист обнал. Ставьте шкаф сразу. Дайте огурцов. Локи. И дискорд человек. Дискорд сейчас скину. Ты в сейве будешь, не в мишке? Я в сейве буду. Блять, конечно, этот тут... А можно убрать этот гроб сраный? Ну, сейчас сам исчезнет. Не убрать, не это что это фрейм забей. Что он пишет? Можно сум, он пишет. Кидай же сум. Кинули же. У меня УКД походу. Только его и сумонят. Все, ешь рыбу рогом, пробафайте его еще раз. Если есть СС, по хилам раскидайте.
куда еще? Ешьте рыбку там. По пороге кулак дайте, и можем начинать. Три минуты каски. Давай, рыбку ешь, потом этот... На пулы, на печеньку. Основные танки держитесь, как можете. На вас метку сейчас тоже кину, чтобы хилы не забывали. Давайте, на, 50 на 50. Давай, ДБМ пошел, сервер с фрейм звезды станете. Масса группа прошла, или если вижу, сильно пробиваю сам дробь из команды. 3, 2, 1. Роман, Лок, Роман, на противоположную цель будешь кидать по КД этот. Косноязычие проклятие, будешь кидать. ПСК есть? Да я кэна кидаю, ладно. Лучше прохилить, здесь нормально. У меня вторая, кажется, бьет за таунт или... Кирус, смотри, там Эйдис твоя. Сменили, белую взяли, черную, да, Геру? Белую взяли, видите, черную, Гера. Ну что у нас люди умирают? Черный Матери, шар... ты можешь нормально ловить сверки с нашей стороны? Ты где ходишь? Пиздец. Черные ловите сейчас. Пошли, переходим. Ну, у нас ТПС не хватит теперь. Пиздец, Мадези. Они захилились, надо, да? А, надо захилились. Надо было самому сырки половить. Ты где ловишь? От рейда лови. Где ты их с километра ловишь? У нас в рейд прилетают сверки. Ну, если побэрить еще, можно попробовать. Давай. Так, стоит. Посоветую, даю бэр. А, он далеко, блин. Сейчас. Сейчас, после воронки. Ахуку есть, кстати? В ТФ сразу захил. Щиток по нему. Вставай. Уклонец. Тоже Б. Давайте, давайте. Давай, БР. По Роману только не давайте, по остальным можете думать. Держите экона. Масса кру дайте. Танку давай. И по хилам начинает янера кидать, они высыхают. Ну, тьму взяли быстрее. Тьму взяли, бейте себе. Половина в белом стоит. Тьму в белом, я же сказал тьму взять. Берите взять, тьму все до конца, сейчас, сейчас переходить будет. Переходим. Блять, ну опять умирают люди. Я не знаю, ребят, но в первый раз походу. Давай все. Попробуем дальше. У меня сперка ёбнула. Чё, БР вообще нету? Если есть БР, давайте, один БР должен быть еще. Ловцы продолжают ловить тот цвет, который был. Дал тычите. Тот же цвет, бейте, давайте. Больше ДПС. Где проклятие косноязычное? Давайте. У нас Лок мертвый на Романе, который красноязычий даже писает. Аджар, ты тогда красноязычий кидай. На противоположную. Да, противоположную, да? Да, гимна мана нужна, у нас шаман без маны уже. Тут, блядь, хуй, я без инера. Это, Керус, я сейчас стоунчу кинешь инер там кому-то. Кому? Ну, ну шаману, стану, который да. Сильвер или как там? Оверкам. Оверкам. Язычек кидайте. Держу, держу. Взяли белую, белую взяли, с чему бейте. Давайте, больше. Пробейте.
пробиваюсь, блядь. Надо переводить аккуратно, пасмассакру. Обратно иди, забери на себя. Она на мне. Аккуратно пробегайте. По чуть-чуть, помедленнее. Вот рейд... Рейд под чёрный белый, сейчас черные ловите, чтобы в рейд не прилетели. Белые пускаются, наверное. Надо сменить. Не-не, так же, также бьем. Там же свет надо, черного берите, бейте свет. Не пробьем сейчас. Черную надо брать. Какой я же сказал, что не сказать. Пробивайте. Все, все, сбили, сбили. Сдавайся. Не берси минут. Ладно. Надо переходить потихоньку. Есть что-то под низубку? Дал. Все, переходим туда. Аккуратно, 50 секунд. Пинер сейчас скину еще с полками. Тьму также оставляем. Есть массакрас, да? Тьму так. Почему белые взяли? Была команда белую брать, что ли? Ебать. Чуздец, блядь. И при гене, да? Есть, ну это потому что я на баре. И левая, и выбор. И пояс выпал, ёб твою мать. Охуеть, нас тут. Там чел Гильсу спрашивает, можете провагонить кару Гер, блядь. Ага. Может сразу это... Было потно, просто потно, блядь. Может, он сразу гру предложил? Это я не знаю, но люди... Зачем вам РЛ? Вам говорят РЛ сменить цвет? Сменяйте цвет, и все, без хуйни. А чего не запустили? Последний я вижу, вообще другие люди не сменяют. Сменяют цвет сами по себе. Ну, трофей авангарда подержи. На, попей. О! 50 голды. Что? Ну реально, если 200к отдашь. Знаешь, сколько рыбок? Нам на полгода хватит. Наверное. Наверное. Сейчас съедим, блядь, в карикер. Так я в кота обратно смею. Да. Съел ДД, сейчас разрулишь моб, потом на блоке разведу. А можешь офнуться и потом после Анубы разрулит. Но он же там не будет таймер идти. Не, я кроме приги разрулимся. Или просто сейчас Аркана тебе все передам. Ты разрулишь по времени потом. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои серебряного авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели ледяной короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое. Потно, потно. На но убили. Опять, блядь, на Карополях. Как это заебало. Ура, нашел. Вам, блядь, ренейм гильдии не дали. Чего? Странно, что вам ренейм гильдии не дают. Чего? Тут же, блядь, админы неадекватные. Они просто за все банят, нахуй. За любые ники, блядь, прикольные банят, блядь. А чё у нас не так с ником? Ну типа шляпа кабана, ебать, завуалированная такая гильдия, блядь. Завуалированная под что? Под что? Угу, гильдия подпольных националистов, ага, как же. Под мифедрончик. Националист. Блядь, у меня был ник, блядь, забанили. За ник. Хотя там ничего такого не было. Ну, видимо, им понравился ник, теперь это их ник. Да, Женя, у тебя, надеюсь, свободные карманцы. Не мы там. Да. Саня, а Кирюха где? Да, ну как, Кирюха будем через себе. Блокера играть? Да, через блокера, сейчас я зайду на блокера. Где еще раз? У Кирилла сессия. А-а-а.
Чего, 100 лет не слыхал уже. Поставь просто танку на блокера и все. У него нету блокера. У него нету блокера. Какого? У Нурика только блокер. Да, ты и так уже хилый ретрик, блядь, и танк, и сейчас еще блокера себе сделай. Ну, давно говорю, он блокера делает. Все? Вроде все. Это... Всего 2 трофейки было? На трофейки есть еще, но нужны они кому-то? На, еще там. А походу, знает, вдруг кому-то нужно. Блин, пусть сердрусит на 9-й день, это лучше. А то без сета хуй. Ты что, в конце 1 000 000 этих трофеев уходит сейчас? Угу. Там уже сам заберешь. Или тут и передай. Да, или тут. А в чем отличие? Вот мы пройдем 50 на 50 или не пройдем 50 на 50? Сундук уходит в конце. Сундук почем 270 рублей. 270 рублей гирплаща? Да. Да сейчас я линканул. Сундук. Опять, блядь, на ловкость выпадет чекать. А, ну я тогда буду рад. Ну ты, блин, закрой 50 на 50. Иди вискоса поешь. Тут надо хорошего ДПС здесь. И по трэшу. Ну, Рик, чат, глянь. Вопрос. Я уже был. Давай как в ВК-10, без переходки. Ага. Там плащина всех, на каждый спеп падает? Нет. Ю, танк, ДД. Один падает. Только один. Ну, ей, да, я понимаю. Ну, вон, там, чекай, ну, рейд. Вот сейчас посмотрю. Там 5 или 4 вида плачей всего. Самое лисовое. На ловкость нету. В смысле нету? Есть, на РПБ. А, есть. Вон же, Аджар показал. А, ну, он, да, пробивание, да, брони. Бля, он керс тебе вообще просто шикарный будет. Да, вообще шикарный. Не, без понтов ему плачи. Ага, в смысле без понтов. У нас всех плачи есть, блядь, но сову зато обделили, блядь. Почему говорит хаст есть плащ? Хаст сове нахуй не надо. Ну да, конечно. Давайте подождем БРы. Тут осталось по 40 секунд у людей. У меня минут до БР. Ну и минуту, тут минута 20. Пока рыбку поесть. Есть у кого? Чего? Рыба. Рыба сухой. Шкаф дайте. Так, а с ГБ взять что? У меня ГБ в КД. Если ты поставишь мне ГБ. Держи. Давай. О, благодарю. Джуса не надо никому. Ну, поставь. А, хотя нет, давай лучше после вайпов. Блять, ну вот нахуй ты начинаешь. Да, Дим, не начинай. Сейчас будем учиться бегать, да? Слушай. Кто не умеет бегать? А, блядь, сопрос надо взять. Или у меня есть? А, у меня есть минут, пока фласки остались. Сопроты на 3-й фазе пейте, у кого есть. Могу дать кому. Там в гильдбанке еще есть 19 уровень. Андрей, давно ты в Волве? Да, ПВЕ. Да, ПВЕ. Да, блядь, сколько? Может, месяц, чуть меньше. А ты сейчас где? Лучше справа. Tomorrow Sunday. Кого? Tomorrow Sunday сейчас. А, вижу, вижу. Че, когда там у него заканчивается? 2 недели еще осталось. Нормально. У
Я сам не играл. Сумасшедший все. Нормально не хватит. Блять, а чё он 270 не написал плюс? Сумасшедший меня. Опа, 272 второй нахуй левел. Ну а чё не 303-й, блядь? Женя, ты такой, ты так написал, время РТ 17:00-17:30. У нас 30 минут РТ идет. Да, хватит нахуй. Ну настолько мощный, блядь, что любой, блядь, за 30 минут закрывает. Не, в плане того, что по-разному начинается. ЛК, да. Чисто трэш почистить. Бля, ну у нас тут один ДК, пиздец, хуёво. Короче, надо будет сделать так, смотри, я сейчас запулю босса, а ты мне грипнешь звезду, потом мы меняемся. Больше некому грипать. Такая вот залупа получается у нас. Ты мне грипнешь сверху и все. По тактике, ребят, смотрите. Просто бьете босса, он отведется туда. Вот, крест. Вы бьете, потом у меня в 10 секундах отводится в озеро. Блокерская лужа в звезде. Вы про звезду вообще забываете. То есть сюда никогда не разбивайте здесь лужу, иначе это вайп. Мы с Хапалом будем стоять здесь. Ты спек нас уже, кстати, танку? Все, хорошо. Все. Насколько я понял, ты будешь блокером, да? Да, я блокер. Ханты, тогда в чем проблема? Вопрос. Просто на тебя всех напуливать и все. Ну вот. Какая проблема? Блин, можешь не мешать? Нет. Показываю тактику. Все. Я здесь ставится лужи, на меня ханты напуливать. Ханты, сами разберитесь, с какой стороны вы будете напуливать. Мне без разницы. Главное, чтобы ханты... Правый. Там и правый. Да. Сами между собой решите, просто напуливать. Кнобы каждые 30 секунд выходят. Все. Если один в рейд ушел, то это уже все пиздец. Потом, анубу увели, вы сразу идете в блокерскую лужу, убиваете больших мобов на мне. Потом выходите и примерно где-то в печеньке разбиваете лужу, и туда первый блок кидает. Первый блок кидает у нас Nightmare Moon. По блокам. Первый блок Nightmare Moon, второй танку, третий Боберсон, третий, четвертый Корус. То есть примерно получается так, что на одной закопке два боба тратится, и третья катит до креста. И все. Рыбку поставьте. Его затыкали, что ли, стояло? Поставил рыбку, ешьте. Все бафы дайте на вара. Потом примерно я поставил эти. Потом, как убили больших мобов, все ДД идут в звезду. И оттуда уже убивает весь трэш маленьких скоробеев. Потом обратно идут в крест. Все, через рейд не вводим босса. Думаю, тут не в первый раз. Звезду либо в луну? Звезду? По звезде блокерская лужа. Вы после того, как убьете трэш, идете в луну и там заливаете. Но маленький луну, трэш. А ты просто сказал, звезду идут. На пол квадрат, да. На пол надо именно маленьких мобов, которые... А, то есть не рыбских копателей, как они выйдут, и все. Так, потом кто-нибудь разбейте там в треугольнике и в ромбе одной, и там будете тоже разбивать. Короче, за две перекопки мы должны его убить, и чтобы у людей мало снаков будет. Давайте на понимание. Мне блокерскую разобьешь, потом поменяемся. Не успею выйти. Давайте добавим пол, припоты готовьте пить. Сейчас, одну секунду. Добавим пол, пошел. 5, 4, 3, 2. Сейчас уберу поток. Выпили. Разбил? Разбейте морозную там в звезде быстрее. Помогите там. Все, забирай уже. На рубских, на меня на пульте, я сейчас заберу их. На пульте? Не руб уже в нас, в рейде, блядь. Кас, бей одному. Все, на меня его. Все, отлично, все.
самая плотная часть прошла почти. Помощники 10 секунд. Сумка сбил, блядь, вот здесь две лужи разбили. Пиздец. Напуливайте мобов. Давайте. Выводить надо, нет? Уводи, да. Уводи, давно уже пора уводить. Ладно, ну в принципе одну лужу здесь можете разбить, которая подальше. Бейте больших мобов быстрее. Главное, чтобы встали правильно. Длань свободы дадите сейчас. Длань свободы дайте, выйди, Ару. Ару, выйди из рейда. Тебе боб даст. Бежал от мобов. Дай боб, дай боб, дай боб, дай боб. Заебись. Ладно, хорошо, пизду эту хуйню. Я ебал, брат. У нас еще Джарк вылетел. Сорян, интернет дропнулся. Wi-Fi раздал. Еще мобы долго заливаются. Пиздец. Падайте, давайте новый трек обычно сделаем. Он из чего вышел? Он ливнул. Ну а чё он вышел-то? Видимо, видимо 50 на 50 хотел пройти. Танку завис или что? На месте бухает. Беги ты бухает. А, ну тогда пусть Серафим ходит. Серафим, ты здесь? Слышишь? Еще пару траев сделаем. Ну, он в игре. Че, пригласить его? Куда пригласить? Он и так здесь. А, здесь он уже. Кстати, шкаф, давайте пару траев сделаем, потом разрулишь мы. Когда босса уводит, не бегите за ним. Вы должны, когда босс уводит, сразу большой трэш снимать. Да. А потом на куметку выходить из лужи. И в лужу, где трэш стоит, не залазьте вы так в глубину, блядь. Он же... С краю бейте. В лужи да. Бейте, чтобы ты уже не замедленный был такой. Где Джарк? Я не вижу его. Блядь, не погоди, лагаю. Даже почему я не могу нажать тебя? Да, пишу в лаге. Сейчас релок написал. Хватит, 4 хватает. Давай. Вы можете на него на сумму нажать? Мне не нажимает просто. У меня висит нахуй все, ебать. Даже релок не помогает. Стоите, ждете боб. Но не в самой луже, а возле лужи. Серафим, ты будешь в шоке. И
Ничего не продали. Что вы за хуйню пишете? Че? Ну что там, Аджан? Перезашел, сейчас попробую. Тут тренька максимум 150 стоит. Теперь можно с увольнить тебя. Я нажимаю на его иконку, у меня имп какой-то выходит. Угу. Я знаю, я его сейчас перефармонил. Что за хуйня? Тут дес. Его дес. Что за хуйня, блядь? Ебать его в сраку. Что у тебя происходит? Да мне тут пиздец. Не у тебя происходит, а у сервера скачаем, да и себе VPN. Блять, я даже хуй его знаю, чё за хуйня? Сумманить его без. Может, Телик. Тебя будет кикать, это кикает не интернет, а сам сервак. У них профи-серваки сделаны через жопу. Не, я это давно понял, что этот нахуй сервер, блять, помойка ебучая. Тебе скинуть ключ от VPN, а чё ли? У меня есть ещё там. У тебя же до этого нормально все было? Тут буквально вот 2 минуты, блин. Ну, интернет дропнулся и пизда. Это рандом, ты можешь играть нормально, а потом тебя будет сервак просто дропать. У меня такая же проблема. О, ура, я падаю, блять. Все, сумоним. Если заходишь без допинга. Да все, бегу уже, бегу. Я не могу на него навестись, там бежит он. Лячу. И исчез, блядь. Бежал и исчез. Ниндзя, хули. Блядь, ебать, задержка 800 кадров. Я того рот ебал. Да, она сейчас отпустить должна. Отпусти, думаешь? Все, давайте пробафали сыгу. Все то же самое. А рыба где стоит? Только чуть пораньше отводи, а то он не дает. А, у меня есть. По таймингу подскажите, если что выйду, а то видишь, не успели. Че, опять вы так меняетесь, блядь? Ну нет, некому гриппать. Сферку сразу убей, арканат. Помоги, он гриппнет, ты убей, и все, мы поменяемся. Все, давайте. Врачей его. Добавим пупушку. СС, а потом накинуть 4, на переход. 3, 2, 1. Все? Да, он пошел. Больших мобов на пол, ханты. Больших мобов на пул. Почему с вашей стороны идет до сих пор? Три ханта. Распределите на пул, пожалуйста. Разобьете потом, где печенька. Выбежите, разбить бог. Большие мобы, готовьтесь. Я поел. Вот здесь.
Уводи. Все, бейте. Я вдаль пошел разбивать. Только внутрь не заходи. Быстро, мощным кливом убили нахуй все. Сейчас топом будет, давай свободу дадите, и он печеньку побежит. То бишь это рядом уже другая. Давайте. Бать, клив, вот это клив, вот это классно. И где в луну сейчас, кроме креста? В луну, быстрее иди, в луну, ой, блядь. Дайте ему боб, пусть дальнюю разобьет, дайте ему боб. Дали мне боб, блядь. Ой, блядь, ну я же сказал печеньку, она вон там рядом луна стоит. Все, похуй. Дайте БР. Всем в луну подойдите. Дайте БР ему, дайте всем ему в луну. Все остальные в луне убивайте. Давайте быстрее. Разобьете в печеньке, звезду вообще никогда не трогайте. По черепу боб бы дать. У меня нету. Дали. Там лужи нету, ёпта, блядь. Там лужи нет. Блядь, я же сказал в печеньку, блядь, но вы слепые, что ли, пиздец. Ой, ты чего? У меня боба нет. Дайте БР по войду просто. Быстрее. Не убей в лужу, просто закайте, все. БР по войду, дайте быстрее. БР. Я подержу пока. Срочно, любой БР. Нормально. Пробафайте фул войда быстрее. Маленьких мобов залейте. Маленьких мобов залейте. Больших мобов на пульте, на блокерах. Больших на пульте. Последнего на пульте. Не кливайте. Ебать, ну что вы делаете в дикаре? Пошел. Видишь? О, нахуй себе не забрал, нормально. Дайте еще БР есть? Еще БР. Эрдру БР есть? Дал. Я полностью пробафал, с чего? Лапу дал. Больших на пол. Чума один хант будет, мне так кажется. Все, больших. Видите? Аккуратно, смотрите, там огромный. Какой сильный еще, либо напуливаете. Бобы от КД шли? Нет, минут КД. Короче, все уже можете разбивать, только есть один боб по тем, у кого-то плюс нет. Напишите. Один боб есть, все. Первый боб будет, остальные уже разбивать, кроме блокерской. Халя. В печеньке, знаешь? Все остальные звезду, а этот отошли? Блять. Луну, все. Блять, там разбил. Да. Еще там сверху есть здание, в дальнюю сверху идите быстрее. Жуков. На ком череп? Жука снимите. Да ну и блять, ежу бежит. Вижу, остальные в луне. Кайте, все, друид, беги быстрей. О, в печеньке нет, есть, можешь печеньки разбить. В печеньке разбивается. Цель поменялась. Все, цель сменилась, на ком? Алкмейна, в печеньку беги, разбей. Блядь, там. Через твою лужу пройдет. Ты что делаешь? Да ты угораешь. Ладно, я стану, где печенька, в моей луже, где печенька будет. Кайтите, босса. Я где печенька стану, вы с другой стороны станете. Беги, шума, все. С другой стороны станете, я где печенька стоять буду, все. Пиво залей. Корабей залейте, не переводите босса пока что. До 35% слейте его. Корабей. Быстрее с корабеев сюда. Больших мобов на пол. Один большой. А, блядь, тут где? Большой носовый. Подведите большого сюда. Охуенно, блядь. Есть полна арканавтов быстрее БР? 8 минут БР. Любой БР один. 3 БР или же 4 БР есть? Сова, дай БР. Сова, дай БР, если есть. Ой, по арканавту. Давал? Все. Не переводите пока что. Дайте стаки сбросить. Хотя ладно, переводите плохо. Переводите. Киру дадите просто. Больших мобов на пол сейчас. Большие в рейд идут. Большие на пол. Гера, быстрее. Все, верхи. Кил сдох, Эропати. Дай ему этот... Гимн на жизнь нужно дать. Давайте, бейте.
Сейвы прожимайте, сейвы все. Готовьте, скоро больше. Скоро этих наплывет нам. Бля, мне неудобно, я не смог себя прохилить, я в первом пати сижу. Все, давайте больше, дайте больше по боссу. Мобы на пол, ханты. Пиздец, он меня лагает. Мобы на пол, Давайте, берите, сколько там, 10%? Я умер. Ебать. Только ты. Меня мобы сожрали. У нас 4 хила. Я не знаю. Давайте, пробуйте еще. Сколько там процентов? Дотки не добьет? 3 миллиона еще. Я выезжаю. Все, хорошо. Сколько там? Еще, ну еще 6%. Там уже мобы выкинуть. А все, уже тут бьют два человека. Ебать, что такое? Все. А можно как-то сделать, миллион, чтобы я был в пятом пати? Мне, я не могу так прохиливать себя, я просто не вижу себя. Я не могу привыкнуть к тому, что я в первом пати, и я постоянно забываю себя хилить и дохну из-за этого. Троих неплохой был. Как вы все попадали? Пиздец, на пулы. Мана, лед, там сейвы прожать. Есть еще одна огромная просьба, блять, прекратите в пятером колить, у нас есть РЛ, нахуя вы в пятером орете разные колы? Реально. Натурью, ну вот, блять, он закопался, вы заебали орать, один со своей стороны, другой со своей стороны, пытаешься среди этого флуда РЛа найти. Все только по делам, говорите. Так, шаман, давай спекайся. Тогда Вероника со мной будет стоять. А, танков ретрика, спекайся. Танков ретрика, шаман. Давай, хила, Вероника со мной стоять будет. Тоже рейд аккуратно потом прохиливай. Через себя. Я говорю, пусть шаман остается в ДД, я на реведру спекнуся. То я, сова? Да. Да, ВТФ. У нас тогда меткости не будет. Тем более он там 5к всего дает, не надо. У него ж хил лучше будет. Спекайся обратно. Женя, джипс там откатился. Спекайся, сову, у него хил получше твоего. Мы Ануба вдвоем захиливали. В дворе старой друида и холипава. У тебя рестарой друид? Да, Ануба, у него, блядь, 2500 хпса, блядь, о чем ты? Дело в том, что он сдох, братан. Братан, он весь бой 2500 хпс одержит. А чё там хилить весь бой, блять? Весь хил на последней фазе. 2500, ты про меня что-то говоришь? Про Скорпоковича? Да всё, забей. Всё, там куспекнулся в ретрика. Началась фаза, я сразу сдохнул. Потом... Четыре фазы. Если ты сразу сдохнул, значит ты не прохилил себя, значит ты, блядь... Может потому, что я сижу в первой пати и не вижу тебя, алё, блядь? А, сейчас, а то замучаем, успокоились. Замучаем. Тебя слева вверху есть твой фрейм. Я сказал тихо, всё. Колледж, давайте втроём нормально, без хуйни. В ЛС, потом пойдите в дискорд поговорить. А, сол, ты этого шамана. Все, тогда я тебе пятую пати кидаю вместо хапа. Пал со мной стоит. Все то же самое делаем, давайте готовность. Кто лед держит, кстати? Я. Yeah. Давай лед подержи танку. Тебе не надо лед держи. Танку лед возьми. По этим бопам первый даст тогда танку, второй Найтмер Мом и так далее. Кто там третий был у нас? Барбсон и Курск. Все, добавим по удалю. Да, ханты вам вообще ни в коем случае нельзя стаки утащить. Потом про наполу не забывайте. 5, 4, 3, 2,
один. Мошенники лучше. Вот, забираешь? Слушайте. Да, я вижу, можно. На пулы? Пиши. Все, ну хорошо. А, аспект-то уберите, реально. Помощники, 5 секунд, готовьтесь к ханты. На пульте больших. Ханты уберите, блять, дух гепарда, нахуй. Кто дух держит? Алло, блять. Подкумысник, алло, подкумысник, убери дух. Подкумысник, ты что делаешь? Быстро залили большой трэш, давайте. Посильнее. Печеньки разбейте, вон печеньки разбейте сверху. Вон печенька стоит рядом. Быстро разбили. Печеньки. В печеньку сейчас первый блок пойдет. Вон стоит, да. Разбейте вы печеньки сферу. Все, дайте боб первый. Все, вон печеньку будет. Остальные в луну. Не сфоткайте, блять, как он там стоит в бобе. Просто убейте в луне все мобов. Что вы стоите там фоткаете? Там в треугольник сейчас надо разбить. Сейчас треугольник разбейте или вот в рэмбе вон я череп поставил. А на ком? Вон, на просто дайте боб. Вы сферу разбейте, разбейте сверху, быстрее, вон сверка. Вот, беги сразу сюда, давай, ты успеешь. Все, просто кайтесь теперь. Кто сферы разбивает? Я ДК танк, я не буду сферы разбивать, блядь. Назови ник какой-то. Арканав, ты же должен был разбивать. Ты до этого разбивал. Да не эти жуков. Ладно, ты разбивай просто, некому доверять уже. Или Халанта, Окмейна, ты разбивай. Метки даже на пол больших мобов. Танку бабу он скинь с таким. Веник, у тебя гнев небес выставлены? Всегда. Видишь каст мобов? Вижу. Если я говорю, я не успеваю, ты сбиваешь. То я могу запиздеться, если кому-то подсказывать, что им нажимать. А вы 7 секунд, готовьтесь напуливать. Не делай так больше. Все, я не делай так. Ты мне уменьшаешь планкаст следующего стана. Все, резко залили. Нажал мастаунт. Больше награмма. Так, печеньки нету, да? Где здесь ближайшие лужи? Вон я дал, метку дал по лужу. Там разбейте. Метку по лужу. Череп побежал, хан. Череп давай. Рядом встань, на дальнее расстояние, потом третий боб по счету это должен быть. Ну куда ты разбиваешь, ну ёбаный в рот. Блядь, как я ненавижу его. Когда дайте боб по черепу сейчас, он не добежит иначе. Кто разбил? Беги, дальнюю беги, да нормально все. Все нормально. Все, теперь кайтесь. Это последняя лужа. Кайтите, все. Я вижу, что последняя. Что-то бог мне. Кайтите. Беги. Забегай. Дали бог. Выживет? Да, просто стой на месте. 2 секунды. Все, вышел. Сколько процентов босс? А вы все сейчас переводите. Больших скоробеев убейте, не вот эти так, умоляю вас. Если сейчас нормально находится, там уже и не нужны будут больше. Больших на пол.
Бабу сокру дать не смогу. Все, не надо бабу сокру. Не переводить сколько процентов? Дайте стаки спаду. Много стаков, вы умрете. Тотем от сил природы поставьте еще. А, стоит, все, окей. Бать, у нас стаки на всем рейде. 32%. Видите, саппорт у кого есть? Все, аккуратно переводите. Гера пошла. Гера пошла сразу. На фул поднимите танков. На фул танк поднимите. Больших мобов на пул. Блять, ну больших мобов на пул, алло. Пиздец, Экон, дайте БР, если есть, срочно. Двух хилов снесло тут. Сука, три ханта нахуй не могут напулить, два моба, двух и так я забрал. Маны нет. Все, уже забей, хуй. Блять, я не знаю, два моба напулить так сложно, что ли, ханты, три ханта. Кто этим занимается на пулу? Вы не могли прийти с ней, короче. О, разворон шмот, я не буду жрать с нервы, я заебался. Одно и то же говорить, просто не слушают и забивают хуй. Ханты это не с гильдии, это шпуги, да? Нет, это именно с гильдии, я не знаю. Лазерный нет, нормальный хант был. Нормально напуливал прошлый ВК. Этим вообще похуй. Как так, блядь, я не понимаю. Не, ну напулить моба раз в 30 секунд. В чем сложность? Тем более двоих я правых забрал уже сам. Потому что на пулу не видел. Приходит просто хилов хуярит на третьей фазе и все. Тебе шмот передай, я разрулю. Может, я тебе его передам, если тебя не было в рейде? Ну ладно, ты разруль, короче, приглу этого, дай. Этому... Одних и тех же они напуливают. И, наверное, тех, которых ты забрал, они напуливают. Мобы, которые с вашей стороны идут, с печеньки. Со звезды я сам забрал. Одному ракетку дал, другому таунт. А, я не лидер. Дай лидер. Я же тебе передавал. Че у нас это, на воскресенье какой рейд будет? ГМХ. Ну ладно, то на че до воскресенья? Давай удачи тогда тебе. Ну, давай. Тебе здесь что-то нужно еще? Не, там мне ничего не нужно. Я только тринька на хп с чемпионов. Фу. И все.